В Нижнетавдинском районе продолжается строительство свинокомплекса «Тюменский». Это один из крупных инвестиционных проектов, который реализуется в регионе. В нескольких помещениях уже монтируют оборудование репродуктором. В корпусах одновременно будут находиться более 4700 свиноматок. В течение года на комплексе будут выращивать почти 107 тысяч животных. Запустить производство намерены в мае 2017 года. Сотрудников подбирают уже сейчас. Основные, конечно, вакансии, работники – это узкоспециализация, это все-таки зоотехники, это ветврачи. Но также необходимо будет рабочие по уходу за животными. Для забойного цеха – это и обвальщики, и забойщики скота, вот. Водители, трактористы. На момент сдачи и работы данного объекта уже планируется более 70 человек здесь работать.